Пойди сюда. Еще одна карта сокровищ. Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали, но унесли бы точильный камень. У меня хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню я, помню. Но у меня предчувствие. В этот раз я был готов. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать. Остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но может мы его все-таки найдем? Нет. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный. А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале. Подавись! Рома!
родного отца из-за сокровища? В голове не укладывается. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Гляди в оба, сын! Вы... Точильного камня не... Все самое... О. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. Я хотел еще кое-что тебе сказать. Мимир, а расскажи о великане, который украл молот Тора. С радостью, парень. Это история и о твоей подруге Фрейе. Хотя вряд ли ей нравится, когда ей об этом напоминают. Великана звали Трим. И он был достаточно хитер, чтобы украсть Мьёльнир, пока его хозяин спал. Но, увы, Трим не всегда думал головой. Он умудрился украсть у главного врага великанов его сильнейшее оружие, а потом предложил асам вернуть молот в обмен на свадьбу с Фрей. Знаешь что, я попозже расскажу. Причалим здесь? Где мы остановились? Ах, да! Трим хитрый украл молот Тора и опрометчиво предложил вернуть, если Фрейя пойдет за него замуж. На тот момент Фрейя была супругой Одина, и тот был готов обменять ее хоть на чашу крепкого меда. А тут ему в руки шел такой шанс! Дворец Трима находился в Йотунхейме, и только великаны знали туда дорогу. Согласившись отдать Фрейю, асы должны были проводить ее в дом будущего мужа.
И Один заставил Фрейю спрятать Тора с помощью магии, чтобы он проник в Йотунхейм вместе с роднёй невесты. Когда в качестве свадебного дара вынесли молот, Тор раскрыл себя. Он схватил Мьёльнир и сразу размозжил голову Триму, а за ним всем остальным великанам на празднике. Остановить его смогла лишь Фрейя, которой претила эта бойня. Знаешь что? Я попозже расскажу. Почти дошли до конца истории. Ах да. Побоище, которое устроил Тор на свадьбе Тримы Хитрого, прервала сама Фрейя. Она произнесла заклинание, которое выбросило их с Тором из Йотунхейма навсегда. В другой раз продолжим. Ого, тут как будто целый город под водой. Да, парень, забытый город. Как назывался? Я забыл. Мимир, мы почти дошли до конца истории. Ах да. Побоище, которое устроил Тор на свадьбе Тримы Хитрого, прервала сама Фрейя. Знаешь что? Я попозже расскажу. Руны Нифы, Тима.
Немир, мы почти дошли до конца истории. Ах, да. Побоище, которое устроил Тор на свадьбе Трима Хитрого, прервала сама Фрея. Один был в ярости. Он-то надеялся, что Тор захватит для него Йотунхейм. И он до сих пор мечтает отомстить Фрейе. А в чем суть истории? Ну, для Трима это был урок. Правильно расставляй приоритеты. Урок для Фреи – за добро приходится платить. Урок для Тора – не оружие делает тебя тем, кто ты есть. А уж если ты главный кровожадный урод во всех девяти мирах, этого у тебя никто не отнимет. Можно причалить здесь. Крепко заперто. Атрей, ко мне!
Лёста! Готово!
два. Сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересную? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунге. Всю правду, не байки всякие. Знаешь что, я попозже расскажу. Ну да, я ведь тут начал одну историю. Я собирался рассказать историю о Грунгнере, как все было по правде. Ужасная битва, да? На алтаре было, как он сражается с Асаном. Хорошая история, но нет. Грунгнер родился и без головы, и без сердца, поэтому великаны сделали их его из камня. Знаешь что, я попозже расскажу. Гульвин. Ты слишком рано покинул этот мир. А, славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Ты молодец. Ты ходящий. Мы. Мать. Правда? Сын. Я чувствую. Сын. Они забрали три кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой, если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвейк. Может, возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак лжет тебе, сын. Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Босвар,
Фримонт. Все в порядке? Нет. Хельский. Я их... Сын. Слушаюсь. Еще как? Здесь должно быть что-то Гульвейк. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Я... Наверное, я... Просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю! Я... Тебе не понять. Как и тебе. В этих краях я открыл возможности для охоты и торговли. Я давно... Ты что бы сказал? Ничего. Ничего? Все уже было сказано. А все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип. Как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Я бы хотел ей об этом рассказать. А ты? Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке, чтобы не переживала. Атрей, я тоже по ней скучаю, ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. Последнее. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем кости. Но почему кости Гульвейк разбросаны? Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет. Мы собрали останки твоей женщины-призрак. Покажи обещанное колдовство. Моя Гульвейк вновь цела. Встань, милая Гульвейк! Проснись, о могучая Гульвейк! Эвни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эльди Фагнал. И даст нам... И... Ладно.
прав. Ну давай, скажи. Я же говорил. Ты глупый мальчишка. И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Убил его. О, нет, он упал на деревню? Да, когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Самый кончик. Очень-очень большого резца. Ну вот, ничего не вышло. Брат, гляди, кристалл снова сияет. Выжившими. О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Кончик резца. В нем вся магия. Впереди враги. Грума!
Брат, сзади оборотень! Готов! Смола мирового древа. Удачно. Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Трума! Есть! Что это значит? Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. За мной, Атрей!
как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Это было нечто. Этот... Ну, к делу. Сильно здоровья. Великолепно. Меня можно не убегать. За дело! Совсем ничего? Ладно. Так что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор.
теперь? О, почти вышло. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. А, я понял. Хорошо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. А дальше? Держись. А, все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. О, нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Пойди сюда. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела эту песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песню мы тоже не любим. Ясно. Давай. Хауст, Сума, Вар, Бет. Да! Атрей, то слово. Фола, значит, длится. Попробуй. Фола.